Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь этим замечательным утром, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня. И для того, чтобы в какой-то момент чуть-чуть повысить себе настроение, там гормончики радости чуть-чуть увеличить, вам поможет сегодняшняя стройная фишечка дня, для многих, возможно, спорная. Показываю. Ну, в данном случае фишечка является то, что намазано на этот хлебец, шоколадная ореховая паста. Я ее покупаю главным образом детям, они у меня любят. Ну и сама иногда, когда захочется чего-нибудь шоколадного, намазываю вот, например, на такой хлебец или даже на бородинский черный хлеб. Такой интересный вкус получается. А еще чаще просто беру и немножечко добавляю в кашку. Попробуйте когда-нибудь поэкспериментировать зерненый творог, чили острый, кунжут и немножечко шоколадной пасты в овсяную кашу сладенькую добавить. И будет очень интересно. Необычный такой вкус. В качестве эксперимента, в качестве добавки к вашему рациону вполне можно использовать шоколадную пасту. Мы же не бегаем от каких-либо продуктов только потому, что в них есть сахар. Чуть-чуть не возбраняется. А главное — вовремя остановиться. Никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы. Обязательно ставьте лайк под этим видео. И оставайтесь на связи. Всего вам доброго. Пока. И жгите, жгите обязательно. И все у вас получится.